«50 оттенков черного». В Лос-Анджелесе в 75-й раз раздали золотые глобусы. Почему красная дорожка этой так называемой репетиции «Оскара» в этот раз не пестрила разноцветными нарядами? Зачем звезды надели «Total Black»? Расскажут наши корреспонденты. Красная дорожка в черном. Именно такой запомнится юбилейная 75-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». В этот раз на традиционное вручение призов в отеле «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе многие деятели киноискусства пришли в черных нарядах в знак протеста против сексуальных домогательств киноиндустрии. То, что вышло наружу в течение предыдущих нескольких месяцев, все эти секс-скандалы, было таким черным и отвратительным. Надев черное, мы хотели показать, что назрела необходимость реальных перемен. Так больше продолжаться не может. Многие, кто столкнулся с подобным в кинобизнесе, не хотят об этом говорить. Я сама оказалась в подобном положении много лет назад. Каждый ждет подходящего момента, и он настал. Очень важно, что мы говорим об этом и поддерживаем друг друга, что люди осознают, что это неприемлемо. Уже во время церемонии правозащитную риторику продолжили Гэри Олдман и Фрэнсис Макдорманд. Олдмана признали лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». А Макдорманд получила такой же приз за роль в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Сам фильм удостоили «Золотого глобуса» за лучшую кинодраму. Многие здесь присутствующих знают, что обычно я держу свои политические взгляды при себе. Но сегодня не в силах скрывать, что чрезвычайно рада быть частью тектонических изменений в нашей киноиндустрии. Я очень горд тем, что участвовал в создании фильма «Темные времена». Эта картина воочию демонстрирует, что слова вместе с действиями способны изменить мир. И, о боже, как он сейчас нуждается в переменах. В комедийном жанре лучшими стали Джеймс Франко, сыгравший в фильме «Горе-творец», и Сирша Ронан, исполнительница главной роли в «Леди Бёрд». Больше всего наград в телевизионных категориях, целых 4, получил телесериал «Большая маленькая ложь». В частности, сыгравшую в нем Николь Кидман признали лучшей в этом жанре. Екатерина Кравец, подробности, телеканал «Интер».